Вы знаете, я просто вот хочу действительно поделиться и погордиться нашими ребятами. Белдозер – это сборка АПК файла для Android. Ну, я показал, как на винде делать, но вы скажете, насколько все-таки вот круты наши ребята уже за короткое время. Володя Семенович сделал, значит, подробную инструкцию сборки, значит, Kiwi, Белдозер, Ubuntu, и Ubuntu, да? Подробная инструкция здесь с элементами Java, но все расписано от и до по шагам. Я думал, что на этом остановится. Нет, не остановились, молодцы. Значит, Алексей Поздняков сделал на Федоре. То есть, опять же, выложил архив, дал полную сборку, все вопросы дальше задавать уже в группе Google. Поэтому, вы знаете, если честно, то берет большая гордость. Кроме стандартного варианта, вам еще два, не знаю. Вот им скоро, ребят, такие вещи увидите. Это круто, это классно. Вообще сообщения на тему Киви, да, очень интересно читать, как кто здесь борется. Но, тем не менее, везде есть прорывы, и мне это вообще вот настолько душа радуется. Поэтому вот что значит вот наши люди. Как говорится, все могут сделать, все слепить. И вроде бы думаешь, откуда? Смекалка. Ну вот такая вот вещь. А сайт по изучению у нас Kiwi. Это очень мощная система, ребят. Он очень быстрый, представление. Приложение для Android. Все, что хочешь, можно делать. Бизнес-процессы, графика, 3D, программы, игры. В общем, классно. Найти сайт просто, кто первый раз смотрит это видео. Я говорю всегда так. Значит, набираем spb-tut.ru. Это сайт под Django. Набираем еще. И тут есть Python for Android. И вас легко переводит на этот сайт. С двумя как раз познакомиться. Спасибо.